Участниками осенней спартакиады, посвященной Дню здоровья, стали первоклассники и дошкольники, а также их родители, которые разделились на 10 команд. Каждой необходимо было придумать свое название и пройти несколько испытаний. Первый А! Уступаем! Никогда не отступаем! Очень дружно выступаем и победу получаем! Весной мы открыли этот стадион, и неоднократно у нас были предложения среди жителей заниматься, провести футбольные какие-то соревнования, создать какие-то дворовые команды. У нас есть команда в ЖК «Видный город», которая занимается там, тренировки проводит и играют в футбол. А этот стадион у нас как-то был менее задействован, чем в школе номер 5, корпус 2 на улице Ольгинская. Стоит отметить, что спортивная зона Лопатинской школы появилась благодаря региональному проекту «Открытый школьный стадион». Этот год для нас очень важный. В этот год мы достигли очень высоких результатов. Мы вошли в рейтинг топ лучших школ Московской области и 5 лучших школ Ленинского района. Я очень надеюсь, ребятки и родители, что с вливанием в вас, в нашу школу, мы станем только развиваться, мы станем сильнее, мы станем дружнее. И вот этот стадион, который открыт, наша главная задача, потому что все мы жители этого ЖК Лопатина, давайте его беречь. Изабелла Бегиашвили, многодетная мама, в соревнованиях принимала участие вместе с мужем и младшей дочкой Софией. Признается, семья у них очень спортивная. Мы подаем пример подрастающему поколению, как правильно вести себя в обществе, насколько важен здоровый образ жизни, насколько важно участвовать в жизни школы, все вместе, дружно, одним коллективом, идти к победе, идти к намеченной цели. Спасибо большое организаторам. Конкурсы «Попади в цель», «Мой веселый звонкий мяч», «Змейка» и «Переправа». Во всех заданиях ребятам нужно было показать свои физические возможности и настойчивость. Стоит отметить и активное участие родителей мальчишек и девчонок. Борьба за призовые места была совсем не шуточная. Бегал, кидал в обручи мешки и с мячами бегал. Я надеюсь, что моя команда победит. Мы все сегодня участвовали дружным коллективом, и это было даже, можно сказать, неожиданностью, что родители участвуют. Мы думали, что может быть только дети, но это было весело, и нам нравится. Но у нас сейчас новый конкурс, так что нам нужно спешить. Я очень люблю спорт, мне это очень нравится, потому что я училась в спортивном классе, и вообще бег посвящаю здоровому образу жизни, здоровому телу, здоровый дух. Победу в спортивном соревновании одержали команды первого класса и детского сада «Жар-птичка». Такие праздники планируют проводить на стадионе Лопатинской школы на постоянной основе. А спартакиада будет не только осенью, но также зимой, весной и летом. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».